Привет, меня зовут Кирилл. Ал менің атым Шыңғыс. И сегодня мы кратко, но, надеюсь, информативно расскажем обо всех интересных фишках новых флагманов компании Samsung. Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. С новыми смартфонами очень легко снимать вот такие кинематографичные портретные видео. Фон размывается, а объект в кадре остается четким. Трудно поверить, что для создания таких кадров не нужна спецтехника и свет, но это так. Портретные фото без студии — теперь это реально. Давайте я продемонстрирую. Шынымен де, Galaxy S22 сериясының смартфондарының камераларында алдында шыққан смартфондардағы тиімді функциялар дамытылып, жаңа керемет мүмкіндіктермен жабдықталған. Түнгі уақытта фото және видео түсіруге ерекше назар аударылған. Жарық аз жерде түсірсеңіз де, анық видеомен әрбір деталі көрінетін фото аласыз. А камера в цифрах. Galaxy S22 Ultra 100-кратный зум. Основная широкоугольная камера целых 108 мегапикселей. Ультра широкоугольная 12 мегапикселей и два телеобъектива по 10 мегапикселей. Фронтальная камера 40 мегапикселей. Galaxy S22 и S22 Plus 30-кратный зум. Фронтальная камера 10 мегапикселей. Основная широкоугольная камера 50 мегапикселей. Ультра широкоугольная 12 мегапикселей. И телеобъектив 10 мегапикселей. Ойын, фильмдерді көру, әлеуметтік желілер, тіпті жұмыс. Барлығы да жаңа деңгейге шықты. Өзіңіз қараңыз. Dynamic AMOLED 2X технологиясымен және жаңару жиілігі 120 Гц, 4 нанометрлік Exynos 2200 процессоры және қуатты аккумулятор. Galaxy S22-де 3700 мАч, S22 Plus-те 4500 мАч, ал S22 Ultra-да 5000. Бұл зарядтаусыз 2 күнге жетеді. Ал батарея отырып қалған жағдайда қайта зарядтау үшін 20 минут қана жеткілікті. Отдельно я хочу коснуться Galaxy S22 Ultra, ведь этот флагман взял лучшие из серии Note и серии S. Теперь он поддерживает электронное перо S Pen, которое находится в специальном слоте внутри смартфона. Стилус стал еще быстрее, скорость отклика составляет всего 2,8 миллисекунд. Для сравнения, у Galaxy 20 Note этот показатель составлял 9 миллисекунд. Эта функция очень удобна тем, что в случае чего не придется расшифровывать собственный почерк. За нас это сделает искусственный интеллект. Плюс, если надо кому-то отправить текст, который до этого вы написали от руки, он будет готов одним нажатием кнопки. Қысқа қорытынды шығарайық. Давай! Новая серия Galaxy S22 идеально подойдет для создателей фото- и видеоконтента. Для этого у нее есть возможности камер, которые выходят за привычные рамки мобилографии. Кез келген ойын сауық және өнімді іс, процессордың, аккумулятордың, үстелді көрсетудің, жауап беру жылдамдығының, жылдам зарядталудың және басқа да флагмандардың функцияларының арқасында жаңа деңгейге шығады. Главный вопрос, на который мы не можем помочь ответить, потому что решать только вам, это какую модель выбрать? Galaxy S22, Galaxy S22 Plus или Galaxy S22 Ultra?